такие горы. Вот склоны горы Чигет. Вот это первая станция там будет, а потом переход на другую станцию. И поедем еще выше. Да, действительно, как красиво. Так, еще один подъем у нас, однокресельный, на Чигет. Солнышко уже прячется за тучки. На фоне гор Чигет. Солнышко спряталось. Карабаши через седловину на западную вершину. Справа пошел главный Кавказский хребет. Ну, там начинается, мы не видим начало. И туда вдаль. С Эльбруса мы будем видеть пошире панораму. Прямо вершины белоснежные, более высокие. Отсюда пока вот эти нам их закрывают. Слева боковой хребет. Видите, Эльбрус стоит на боковом. И вот кусок бокового хребта. Дальше за поворотом еще будет кусок. То есть боковой очень сильно делится на такие короткие участки. Главный Кавказский не делится. Видите, сплошной стеной. Даже боковые ущелья, все, которые туда идут, они все упираются в него. На нем стоят вершины, как ущелья в конце. Это с Грузии проходит. То есть с обратной стороны уже Грузия, горная часть Грузии с вами. Погранпосты. Если мы пойдем туда вниз, там сейчас мы просто не пройдем, и его уже не видно. А летом мы ходим еще вот на эту площадку. С нее видно ледниковое озеро Дон-Кюль. То есть семерка тает, образует ледниковое озерко. Оно небольшое, но оно очень. Покорили Чигет. А вот Эльбрус. Так, это поселок Чигет. Санатории. И долина. Главный Кавказский хребет. За горами уже Грузия. Горы пограничные. Горнолыжников пока нет. Сезон еще не открыт. Вот на таком подъемнике поедем на Эльбрус. Сейчас,
Нарзанчик. Вот такой нарзанчик сейчас набрали. Очень похож на кисловодск, знаю. Это долина Нарзанец. Здесь несколько источников. Вот такие горы тут. Течет вода.